клубе, конечно же, все спят. Не пойду же я к Бураку с тетей Сильдой под ручку. Кстати, ты знала, что фрукты помогают от синяков? Уф, не говори глупости, какая же ты наивная. Я и сама знаю, что ничего подобного не будет. Но это ведь не значит, что я не смогу войти в комнату Бурака. Где же вилки? А, нашла. Ладно, мне уже пора. Сейчас пойду к нему в комнату. Возможно, не смогу перезвонить. Буду занята. Еще увидимся. Волосы повыдергиваю. Поверить не могу. Люби... Чагла, что ты тут делаешь? Только что разве не говорил, любимая? Не говори ерунды, Чагла. О чем это ты? Это ты назвал меня любимая. Подумала, ты меня ждал. Это было не тебе, Чагла. Я думал, это мама. Когда я болею, она приходит меня проведать по 5 раз в день. Вот я и прикалываюсь, любимая мамочка. Что ты забыла в моей комнате? Можешь выйти? Я что, не могу принести фруктов своему герою? Все понятно с тобой, Чагла, но больше я не буду терпеть твоего бреда. Я помог лишь потому, что ты моя подруга детства. Но если бы я знал, что ты будешь так себя вести, оставил бы тебя там, сгони. Но я так готовилась. Да, я вижу. Бурак, позволь мне остаться с тобой. Вдруг тебе ночью что-нибудь понадобится. Обещаю, я буду паенькой. Не переживай, Чагла. Если мне что-то понадобится, то я найду, кому обратиться. Спасибо за твои старания, но я уже хочу спать. Давай. Ну... Спокойной ночи. Давай, давай. Давай, давай. Ладно, я все равно пока здесь. Давай, Чагла, давай. Уф. Совсем стыд потеряла, еще и подготовилась. Вообще, что такое? Он и дверь запер. Через дверь выгоняю, она в окно заходит. Да когда я от нее избавлюсь? Ослы. А что? Ждал кого-то другого? Я всегда жду лишь тебя одну. Ай, торт! Прости. Что тебе сделали мои торты? Спасибо, что хоть не на голову. Какой же ты ведьмой тогда была. А ты был самовлюбленным. Но твое синее платье и желтая ленточка на голове были очень милыми. Ты помнишь? Конечно, я помню.
Но как я мог забыть ту девушку, которая сломала мне дворник? Тогда-то я в тебя влюбился. Сказала это она. Сказал, вот такой должна быть моя девушка. Дурачок. Не двигайся. Что такое? Сладко. Не двигайся. Как сладко. Я впаду в сахарную кому. Кажется, я так поправлюсь. Клубничный торт? Себе позволяешь? Ну как что? Я принесла тебе завтрак. Нет, это уже слишком. Совсем забыла о нем. Ясно, Бурак. Ты ничего не понимаешь ни в доброте, ни в дружбе. Даже после того, что ты натворил, я продолжаю тебя поддерживать, но тебе даже это не нравится. Это так ты меня поддерживаешь, да? Пытаться сводить меня с ума? Что я тебе делаю? Я больше не хочу тебя слушать, Чагла. Можешь оставаться в этом доме сколько захочешь, потому что я ухожу. Что случилось? Ты никуда не пойдешь. Убери руку, Чагла. Сынок, что происходит? Я услышала ваши крики. Успокойся, Бурак. Хорошо, Бурак, хорошо. Я уйду. Это хуже, чем быть выгнанной. Но можешь быть уверен, теперь даже ноги моей в этом доме не будет. Никогда. Чагла! Еще ничего. Я тебя окончательно сведу с ума. Чагла, милая. Погоди, давай поговорим. Чагла. Тетя Сельда, прошу, не стоило мне сюда приезжать.
Не хватало только того, чтобы он меня из дома выгнал. Он и это сделал. Я приходила сюда, будучи вашим гостем. Я не заслуживаю такого обращения. Ты права, милая. Ух, не знаю, что и сказать. Простите, но я хочу поскорее собрать вещи и уехать. Хорошо, милая. О, это же браслет Ослы. О, наверное, забыла его тут. Растеряшка моя. Ослы? Ты ведь говорила, что потеряла браслет. Он был на кухне. На кухне? Угу. А, спасибо, мама. Мама, а гости уже уехали? И не спрашивай, ослы. Муракбей сильно поругался со своей девушкой. Почему? Даже не знаю. Но кажется, Муракбей не хочет, чтобы она оставалась тут. Она вот-вот уедет. Но какая нам разница? Я пойду на кухню. Чем собираешься заняться? Поедешь в кафе? Да, как раз собиралась. Я пойду. Хорошо, милая, удачи тебе. Спасибо. Передавай привет Ганже. Передам. То, что Гань сделал тебе, даже этого мало. Бурак, ты что творишь? Мама, вы свели меня с ума. Вы меня с ума свели. Как не стыдно, милый. Ты буквально выгнал ее из дома. Говорил же, ей не стоило вообще сюда приезжать. Бурак, Чагла пошла к себе в комнату собирать вещи. Она вот-вот уедет. Вот и отлично! Наконец-то! Бурак, я не могу позволить, чтобы она так ушла. И чего ты от меня хочешь, мама? Ты можешь хотя бы попросить прощения, Бурак. Чагла — член нашей семьи, как-никак. Хоть вы и расстались, но она все равно подруга твоего детства. Нет, мама, я не буду просить прощения. Бурак, пожалуйста, выслушай. Я больше не буду лезть в твои дела. Обещаю тебе. Но хотя бы попроси прощения. Прошу тебя. Хорошо, мама. Хорошо. Жду в гостиной. Давай, сынок. Я тебя жду. Госпожа Сильда, вы в порядке? В порядке, Шукран. Что такое? Я хотела спросить, не хочет ли Чагла что-нибудь особенное на ужин? Нет, она не остается, уходит. Хорошо. Тетя Сильда, я уезжаю. Чагла, послушай. Бурак хочет тебе кое-что сказать.
Выслушай его. Чагла. Господин Бурак, к вам приехал ваш давний знакомый. Гани? Мы так давно не виделись. Как ты, дорогой? Хорошо, спасибо. Как там твоя семья? Мы так давно не виделись, хотя раньше постоянно встречались. Они же переехали в Анкару. Передавай всем привет. Ну, конечно, передам. Может, тогда присядешь? А, нет, спасибо. Я слышал о случившемся и решил заглянуть. Скорейшего выздоровления. Ух ты. Кто же так посмел с тобой поступить? Кто так с тобой обошелся? Скажи мне. Ты знаешь, мягко сказать, те еще ублюдки. Надеюсь, они заплатят за все. Дай бог, дай бог. Заплатят, мама, заплатят, не волнуйся. Если хочешь, я могу показать тебе пару приемов для самозащиты. Ты же Мазар-углу. Не подобает тебе попадать в такие ситуации? С вашего позволения, мне уже пора. Гани, может, пойдем вместе? Да, конечно, конечно. Я могу тебя подвести, если хочешь. Еще увидимся. Увидимся, дорогой. Да, мы с тобой скоро увидимся. Жду не дождусь. Ты приехал ровно тогда, когда было нужно. А-а, да как это? Ослы, что случилось? Гонжа, тот парень, что избил Бурака, только что вышел из дома вместе с Чаглой. Ослы, ты серьезно? Я просто в шоке. А ты подумай, каково мне. Бурак, наверное, в ярости. И ничего не мог сказать при маме. Может, Чагла позвала его? Да нет. Разве такое может быть? Иначе с чего бы ему приезжать? Ты ведь сказала, они вместе вышли. Сначала он избил Бурака, а потом приехал к нему домой? Это же глупо. Она точно его позвала. И почему я вчера ее не поколотила? У меня же был шанс. Так и хочется взять ее за волосы и протащить по улице. Проклятье. Эх, мама, не будь тебя там рядом, я бы ему устроил. Но ничего, ему еще достанется. Шукран. Слушаю, госпожа Сильда. А где Халиль? Я видела его во дворе. Аслы, это твой браслет? Нет. Не мой. Тогда что он делает на твоей руке? Зачем ты надела его, если он не твой? Это же воровство. Отвечай. Что он делает на твоей руке? Отвечай. Сильда Ханум, это я дала ослы его. Ты дала? Да. Я нашла его в загородном доме. Он твой? Твой? А, да. Наверное, я выронила его там, когда убиралась. Спасибо, что вы его вернули. Не за что. Ну, раз так, то все в порядке. Браво, ослы! Ты говорила, что вы расстались, и ты обещала с ним не видеться. Я не могу. Это выше моих сил. Я же предупреждала тебя. Просила. Просила держаться от него подальше.
Что ты делала в загородном доме? Как ты могла туда поехать, ослы? Так не может продолжаться. Я поговорю с твоей мамой. Все ей расскажу. Что расскажешь, Шукран? Халиль? Слушаю, Сильдаханум. Как ты следишь за Бураком? Моего сына чуть не убили, а ты даже не в курсе этого. Я совершаю ошибку, доверяя тебе. Прошу вас, не говорите так, Сильдаханум. Я перестал следить за ним, потому что вы сказали, следи, сколько необходимо. Я хотел вас предупредить, но... Это не оправдание. Не нужно было прекращать слежку без моего разрешения. Как скажете, госпожа. Простите. Если вы желаете, могу подать в отставку. Чтобы больше таких ошибок не было. Мне продолжить слежку? Пока что нет. Ослы в чем-то провинилась? Что ты сделала, дочка? Я расскажу, ослы. Прости. Ослы... Ей здесь очень неспокойно. Она несчастлива. Вот и хочет поскорее съехать. Мы с ней только побеседовали. Я сказала, чтобы она тебе все рассказала, но она говорит, что не хочет расстраивать тебя. Хорошо, милая. Я знаю об этом. Хорошо, ослы. Мы подыщем новый дом. Так будет лучше. Главное, чтобы ослы было спокойно. Пока что вам хватит двухкомнатного домика. Мы найдем что-нибудь подешевле. Я вам помогу. Не нужно. Мы сами справимся. Не нужно, Шукран. Мы сами справимся. Знаю, Амель, знаю. Я знаю, что вы справитесь, всегда справлялись. Вы со Слы через многое вместе прошли. Просто знайте, что я рядом. Я всегда с вами рядом. Готова помочь. Спасибо, Шукран. Ладно, милая, мы подыщем дом. Лишь бы ты не расстраивалась. Ослы, твое счастье и покой для меня важнее всего на свете. Да, сначала будет непросто, но мы справимся. Хорошо, милая? Хорошо, мама. Я пойду в кафе. Увидимся. Шукран. Хорошо, что ты сказала. Любимая, что случилось? Ты в порядке? Мне очень плохо, Бурак. Так, хорошо, дорогая, успокойся. Я буду ждать тебя там, где обычно, хорошо? Хорошо, уже выхожу. Ни дня без происшествия. Kadar benim kanatlarım var, dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan...